1 июля в Казахстане изменятся размеры пособий для многодетных семей, сообщают в Минтруда. В ведомстве напоминают, что с 1 января этого года в республике введено отдельное пособие для многодетных. Оно предназначено семьям, имеющим 4 и более несовершеннолетних детей или студентов, очная форма обучения в возрасте до 23 лет. А размер дохода при этом не важен. Отмечается, что пособие уже выплачено порядка 400 тысячам семей. Однако существующие правила несколько ущемляли интересы определенной категории получателей. Ведь семья с 16 детьми получает столько же, сколько семья с 7 детьми. Поэтому разработаны новые правила. 13 мая главой государства подписан закон, предусматривающий расширение действующего пособия путем установления отдельных размеров для семей, имеющих 8 и более детей, в размере 4-кратного месячного расчетного показателя на каждого ребенка. В июле месяце данные семьи получат пособие в новом размере, а также разницу, сформировавшуюся с января по июнь месяцы. Таким образом, для семьи с 8 детьми пособие установлено в размере почти 89 тысяч тенге. С 9 – 100 тысяч 8, с 16 – 178 тысяч тенге. Как сообщили в ведомстве, на сегодня утверждены решения по 1092 делам.